Знаєте, я для Максима підготувала невеличкий ребус. Максима, а ну-ка вгадаєш, про що я зараз маю на увазі? Петля, а потім банан, і все це у кошачому оці. Що? Не розумієш, про що Абсолютно я? Абсолютно ні. Але сьогодні ми з нашою цікавою, яскравою гостею Анастасією Медведєвою сьогодні тобі все розповімо. Ми поговоримо про тренди, Максиме, про тренди макіяжу. А, сьогодні, я оце не зрозумів. Я ж головний трендсетер літнього макіяжу, так? Да. Які основні зараз? Здравствуйте. В принципі, на даний момент у нас мода уходить дуже векторно. Тобто у нас тенденції розділяються в дві різні іпостасі і соєдиняються в одну. Это жіночий макіяж? А, да, да. Нет, я вам больше говорю сейчас больше в женскую сторону, нежели в мужскую. Мужской макияж – это, наверное, больше грим и не более. Ну, это мое отношение в целом. Смотрите, по тенденциям сейчас большие бренд-тендеры начали соединять более мягкие, более естественные техники макияжа, то, что нам демонстрирует подиум, с какими-то цветовыми акцентами. То есть, когда это смотрится ярко и интересно, но не нагружено. То есть, если мы берем последние коллекции Dior, например, тот же Петер Филлипсон, который просто, он является одним из ведущих визажистов так. Dior, Кристиан его приглашает на регулярной основе, и постоянно он больше демонстрирует арт. Но в этом году он показывает просто моноакценты, когда девочка просто ровная, просто красивые уложенные бровки, просто нету почти тон без тона, но при этом есть какие-то интересные губы, цветная стрелка, то есть мы смотрим динамику, когда нам прививают вкусное, красивое цветовое акцентирование. Вау. Слухайте, у мене одразу до вас також запитання. Якщо ми вже поговорили про ці тренди, петля, банан, одразу цікаво, з чим ти його, як то кажуть, їсти і куди його краще наносити? Тому що заходиш в Інстаграм, дивишся на Ютубі, дуже багато роликів. Працює чи не працює? Смотрите, это все работает достаточно индивидуально. То есть мы говорим, это все разные техники. Каждая техника подбирается мастером индивидуально. То есть когда человек заходит в YouTube, смотрит видеоурок и рассказывает, о боже, там вот я хочу точно так же, но, например, у девочки другая форма века, либо не подобрана адаптативно, там стрелочка, не идет просто это человеку, но это сейчас модно. Это не говорит о том, что человек должен от этого отказаться. Просто профессионал может ему направить, рассказать, как эту технику под него видоизменить. Поэтому все имеет место быть. Всегда. Ну, а так само цікаво, взагалі, чи працюють оці речі з бананами? Не знаю, там хтось підкладає якусь лінійку, підкладає, хтось якийсь банан, хтось там, не знаю, я вже стільки ложку, наприклад, використовують. Працює воно чи не працює? А, смотрите, ну, давайте чесно, ну, для этого є професіональні інструменти, которыми нужно пользоваться, і буде все отлично і красиво. Краще не експериментувати. Я считаю, что лучше сходить в магазин для макияжа проф и купить то, что вам необходимо. Это будет эффективней. Так, мы зараз про брови, так, говоримо? Ми про все говорили. Я чогось зразу про брови, я дивлюсь, просто ми з тобою, знаєш, трішки схожі. У тебе такі бровки дуже красиві, і у мене, наче Брежнєв. І у тебе дуже красиві, так. Я знаю. Так от, що зараз модно у чоловічих трендах в бровах? Бо я, ну, знаєш, відходжу від однієї суцілі, розділив їх. Ну, в будь-якому випадку, ухоженість. Це, в першу чергу, для мужської бровки. Тобто, це коли є якісь лишні лінії зароста, тобто, це височна частина, або це сильно опускається на века, тоді це рекомендується удаляти у професіоналів. Але якщо у мужчини своя хороша природна бров, не потрібно її трогати. Все прекрасно. В цьому і тенденція. Природа. Тобто ми зараз рухаємося саме до природньої тенденції. Да, как и в женских. Вот сейчас в бровках основное направление – это когда мы оставляем то, что у нас есть, и работаем с исходным материалом. То есть перманент, он давно отошел, татуаж, он давно отошел. Сейчас, если у вас своя широкая, подчеркните это, своя не сильно широкая, сделайте акцент на нижней подводочке линии. То есть просто ее немножко окультурьте, ну не нужно дорисовывать километр вверх и говорить, что вот у меня своя широкая. Так, у меня тут зараз важливый вопрос. Дивись, я даже окуляры снял. Ты зараз бачишь мои брови, что мне нужно изменить, або нормально все? Ну смотри, Макс, в твоем случае я не вижу ничего лишнего как сверху, так и снизу. Поэтому, как для мужской брови, у тебя это прям
еталон ідеалу. А можна я запитаю про свої брови? Тому що в мене був етап, коли вони були тоненькі, потім вони були дуже яскраві, потім вони фарбувалися отак, а зараз вони неначе стали людськими. Але що з ними, наприклад, зараз, враховуючи тренди, можна змінити? А вообще, ну, то, что я сейчас вижу на твоем лице, оно тебе очень сильно гармонирует. Фу. Это твоя форма, как ни крути. Вот. Но если видоизменение, можно уравновесить пропорцию, например, сделать ее немножечко шире. То есть это гель для бровей, ты укладываешь мыло для бровей, ты укладываешь бровку, чем даешь, то есть смотрим на мои брови, даешь немножечко объем. Когда у девочки широкий лоб, нужно пропорционально увесить, то есть сделать бровку шире, за счет чего у нас лоб немножко сужается визуально, потому что все-таки, если это будет собранная прическа, это будет какое-то локальное закладывание за уши, это будет немножко дезгармонировать. Угу. Ну, ось одразу, якщо ми поговорили про те, як укладати брови, взагалі дуже ж багато там є ламінування, оце з зачесуванням воском, ще щось. Чи не шкодить воно взагалі? Смотрите, если вы пошли действительно к профессионалу, вы проконсультировались, вы посмотрели, что данный продукт подходит, то, конечно, я рекомендую такие процедуры, потому что если оно может сделать лучше, почему бы не сделать? Но очень многие девочки увлекаются, очень многие девочки начинают, скажем так, утрировать. То есть, ой, мне нравится, я сделаю еще, 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 и потом они выходят на какую-то стадию из разряда, ой, у меня отпала бровь. И ты вот смотришь, так. Да, и ты смотришь, то есть перепаливаются волоски, это все достаточно агрессивные составы, то есть нужно их использовать по регламенту. И я всегда советую девочкам, не нужно делать too much, то есть излишне. Поки ви тут, я розумію, що ви знайшли зараз спільну, мені дуже приємно, але все-таки є також чоловіча косметика. Хочеться зараз про колір помади я потім, напевно, це Ангеліна запитає. У літній період. Ні? А може і ні? А може я, так. Ми ще не вирішили. У період, коли часто пересихають губи, прийнято користуватися або якимось блеском, або бальзамом. От, як чоловікам правильно підбирати цей бальзам? Смотрите, тут основное направление то, что это уходовое средство. Оно не несет никакой декоративной нагрузки. То есть для мужчины как раз это должен быть в сторону бальзама, который может впитаться, который может немножечко убрать блеск излишний. То есть когда это будет просто увлажнять, убирать проблему, но при этом не будет видно на публике. Я все-таки советую выбирать минимальные продукты для мужчин. Добре. Я заберу від Макса вас, тому що він одразу реагує на червоний колір, на яскравих цікавих дівчат. Я Овен, я вперед. Я теж Овен, ми з вами зійдемося. Так, але все ж таки хочу, щоб ми зійшлися зараз на жіночій косметичці, тому що літній сезон, ну якби менше, можливо, потрібно якихось доглядів, скрабчиків і тому подібне, але ось я йду на цілий день, наприклад, після ефіру. Що має бути топ з приладів у моїй косметичці? Бальзам? Що там? Смотрите, у вас есть топ-5 продуктов, которые всегда вот с вами. Они куда бы вы ни вышли, ни поехали. То есть это маленькая косметичка, которая у вас такая похватная, назовем ее так. В первую очередь одно уходовое средство в нем должно быть. И это увлажняющий крем, либо база. До нанесения тона я всегда акцентирую девочкам внимание, что нужно кожу подготовить, потому что макияж лучше будет носиться, у вас не будет потом вторичных проблем, вам не придется бежать после макияжа к косметологу с чистками и со всем прочим, потому что забиваются поры. Крем выполняет более такую защитную функцию, это раз. Второй момент, естественно, это BB-крем. То есть если у вас есть какой-то в летний период дефект или какой-то очень легкий консилер, то есть вам нужно, не нужно наносить маску, не нужно сейчас пудриться килограммом, потому что вы делаете своей коже только хуже. Вам необходимо просто нанести что-то легкое и убрать дефект. В идеале, я говорю, вот, natural сейчас модно, natural подчеркиваем. Это краще бы стону взагалі? В среднем, да. Но в косметичке консилер или тон должен быть. Обязательно. Я записал. Макс, ну вам просто необходимо. Да, еще далее, мы продолжим. Смотрите, третий продукт, это, естественно, брови. То есть тут два продукта, которые нужны.
гель или мыло, но это вы уже выбираете то, что подходит исключительно вам. Угу. И второй продукт — это какой-то карандаш, либо растягивающаяся паста, то есть то, чем можно нанести. Что краще? Оливчик, чи тіні, чи все ж таки помадка? Смотрите, тоже индивидуально. Что, с чем вам удобнее? То есть я люблю помадки, я в работе очень легко, очень быстро с ними управляюсь. Но я знаю, что девочки просто пользователи, кому я приезжаю, клиентам я рекомендую то, чем она приехала, говорит, вау, я хочу точно такое же, я хочу нанести так же. Потом я приезжаю второй раз, и она рассказывает, блин, у меня так не получается, я не знаю почему. Ну и как бы ты пытаешься донести, что специфические продукты, и ними пользоваться умеют не все. Этому нужно учиться. Четвертый момент, это уже даже пятый, потому что гель был и непосредственно само подводное средство. И пятый момент, это все-таки тушь. Тушь любая, легкая, то есть реснички, они все равно остались в моде в плане аккуратно. У нас сейчас модно ламинирование ресниц, то есть их подчеркивают, окрашивают, то есть с них мы никуда не уходим. Даже там, где у нас были на подиумах моноакценты, то есть опять же тот же Dior, он очень круто обыграл акцент ярко-красного. Mm-hmm. То есть, почему я сегодня в эфире с красной? Потому что это сейчас безумно актуально. То есть красный акцент без сильного выделения глаз, без стрел, ну, стрелки в целом и тушевки, оно очень хорошо смотрится. И вот я говорю, что реснички. Вот реснички, они там нужны всегда. А що скажете стосовно кольорових оцих помадок для вій? Тому що раніше, пам'ятаю, були зелені, сині, це був прям якийсь тренд. Якщо ми зараз кажемо, що повертаються різнокольорові стрілки, що скажемо про туш? То же саме. Так, можна? То же саме. Дівчатка, я знаю, за чим я сьогодні піду. Тому що в мене завжди була така, знаєте, мрія собі придбати зелену туш для вій. Ну, для вій. А у вас зелені глаза, вам пойде. Я знала. Посміялися? Так. Молодці, тепер можна чоловічку? Чоловічку. Дивись, чи є якісь, на твою думку, топ-продукти, які повинні бути у арсеналі чоловічої шкіри? Ну, мужская кожа – это все-таки уход. Опять же, я вынесу это, прям подчеркну. Почему? Потому что у мужчин те же самые проблемы, как и у женщин, подбирая под сезон. То есть летом – это одни проблемы, зимой – это другие. То же самое пересыхание. Мужчина может пользоваться очень легким BB-кремом, если у него есть какие-то проблемы, шелушения, какие-то непосредственно красные, локальные пятна. То есть когда у человека это очень неухоженно, неопрятно, это необходимо спрятать как дефект. Конечно, у мужчины это может... даже не может, оно должно быть с собой, для того, чтобы он просто мог это припрятать локально. Опять же, лучше всего, чтобы женщина подсказала, как это нанести, чтобы этого не было видно. Ні, я записую. У мене є теж косметичка. Чого ви смієтеся? У хлопців теж є косметичка. Ми користуємося зволожуючим кремом, ми користуємося бальзамом для губ. Вот. Все. Нет, мужчинам тоже, кстати, можно гелем для бровок. Вот ваше б я почесала. Знаєш, я хочу тобі на це відповісти великою класикою. Чеши мене повністю. Просто вичісуй, я вважаю. Ось заява. Він, як то кажуть, нікому не дозволяв до цього їх чесати. Я буду перша. Так. Дивіться, якщо поговоримо про колір помади, взагалі, раніше це були матові, так, і такі нюдові. Зараз ви кажете червоний. А що робити з блиском, зі звичайним? Вот. Опять же, уходим из крайности в крайность. Если, опять же, возвращаемся к подиуму, то у нас идет акцент на натуральность. Значит, мы от блеска, от бесцветной помады, то есть, которая просто даст такой легкий сатин, перламутр, мы никуда не деваемся. Mm-hmm. Это всегда тоже может быть в косметичке. Этим мы пользуемся. И это, в принципе, то, что никогда не перегрузит. То есть, если вы сделали, давайте так, цветовой акцент на глаза. Стрелка цветная. Mm-hmm. Не знаю, синий, зеленый. Зеленая тушь у вас. Естественно, если вы сделаете красные губы, ну, я прошу прощения, но это будет немножко странно. То есть, лучше все-таки чтобы было два продукта. То есть если губы, это что-то нюдовое плюс красный. Красный, бордо. Вообще разложение всей красной гаммы от морковного до бордо. Ще запитання про червону помаду. Ви сьогодні яскраво прийшли до нашої студії з червоною помадою, але для мене, наприклад, завжди було як стереотипом, можливо, було таким мисленням, що червона помада – це для вечірнього заходу. Чи зараз це змінюється? Сейчас якраз міняється. Тобто за счет того, що нам прививають любов к цвету, і, опять же, у нас уводять в эту тенденцію, якщо смотреть на колекції, опять же, чому я возвращаюсь постоянно туди, тому що у нас вся мода, которая приходит, она приходит именно с большого подиума. Просто потом мы ее немножко
интерпретируем в жизни. А когда девочка полностью одевается, там коллекция выпущена в беже, очень прозрачно, все очень, ну, не броско, не ярко, без акцентов, красная помада, это единственное, что вызывает интерес. Она делает игривость, то есть, грубо говоря, это вот такой ненавязчивый флирт. Назовем это так. Да, да. А якщо поговорити про бронзери і хайлайтери, тому що я розумію, був період, коли всі просто дуже сильно наносили тут і на носик, що була така якась кокетливість у погляді, на обличчя. Що зараз з цим робити? Я вам більше скажу, у нас мода влажного ефекту кожи нікуди не ділася. Ага. Тобто все-таки, як у нас хайлайтери пользувались популярністю, вони і будуть просто, опять же, видоизменения жидкі і кремові текстури. Чому? Тому що сухі, вони можуть дати блістку. Влажний ефект – це не блістка, це щось переливаючеся, перламутрове, дуже м'яке. Тобто, в принципі, це має бути, це потрібно, це те, що вот, в принципі зараз диктується. Красна помада, у мене зараз влажний ефект теж є на лице. Тобто, то, що в житті буде дуже добре гармонувати. Класно. Можна до вас? Да. Я так, знаєте, як приїхав на білому мерседесі, під'їхав до вашої дискусії. А ми дивані. Любимо мерседеси. А? Ми любимо білий мерседес. Добре, спрацюємось тоді. Настя, є один такий важливий момент. От мене Боженька благословив, у мене борода росте нормально, я її вже не збриваю років, напевно, 8. Проте є також унікальні хлопці, які хочуть мати бороду, проте ну щось не вдалося. Ну реально, щось не вийшло. І вони там, знаєш, такими шматочками дрібненькими ростуть. І я знаю, що один мій знайомий підмальовує її. От ти мені тепер скажи, як досвідчений візажист, це взагалі законно? Ну, з моєї точки зрення, це незаконно. Ну, краще вже збрить или отрастить нормально. Но, естественно, предоставляється така услуга, якщо человеку нужно, причому буває. Даже вот чисто форс-мажоры из разряда сходил к новому барберу, он мне застриг не туда линию, блин, мне не нравится, это выглядит, а там важная встреча, или ну, человеку нужно очень презентабельно выглядеть. Естественно, есть техники, то есть я могу нанести, я сделать псевдокоррекцию, то есть бороды, которая, ну опять же, в очень близком рассмотрении, все равно там, если люди будут присматриваться, они поймут, что это все-таки дорисовано. Так, и теперь хочется також продолжить. Пудра для бороды. Я коли це почув, ну, перш у мене такий легкий шок був. Можеш, будь ласка, розказати, на що це придумали і що воно взагалі дає чоловікам? Ну, якщо брати пудру для бороди, є два види. Одна – це маскируюча. Тобто, грубо говоря, вона по составу чуть-чуть отличається від жінської, вона більш пігментована, для того, щоб, коли у молодого чоловіка росте щетина, і він, наприклад, не успів побритися, лень побритися, він ставить собі цей продукт, і він цією пудрою маскирує щетину. Вона перекриває. Тобто, вона дуже інтенсивна. Второй же вид – это как уходовое средство. Ее наносят, то есть, когда уже есть непосредственно вот волос, как у вас, Максим. И для того, чтобы она выглядела более матово, более красиво, шелковисто, то есть для этого вот как уход. Шовковисто? Да, да. Щоб можна було прочитати, знаєш? Я оце зараз уявляю картину. Я прокидаюся ранку о 5, так, і... Ну, шовковиста. Дякую. Дивіться, поки залишимо бороду Максиму, тому що я розумію, що там підбирати дуже легко. Як виросте, так і дякуємо. Але от у нас, наприклад, з макіяжем все набагато складніше. Є дівчата з карими очима, з сірими, як у вас, наприклад, зеленими, як у мене. Давайте спробуємо розібрати по кольорах очей, які все ж таки кольори ціней будуть краще підходити. Ну, враховуючи тренди. Хорошо. Смотрите, наверное, самый основной принцип действия и правило, которое работает идеально, это все-таки подбор комплементарного цвета. Что это такое? Комплементарных цвета есть два. Первый – это тот, который вам идет в гармонию. То есть, грубо говоря, если у вас зеленые глаза, зеленый цвет, естественно, будет хорошо на вас садиться. Но если вы возьмете слишком активный зеленый, то есть ядовитый, назовем это так, глаз будет уходить чуть-чуть в серость. То есть вы перебираете акцент с ярко-зеленого на глубокий зеленый своего зрачка. То же самое это действует принцип с карими, с голубыми, с любыми вообще цветами. Но второй принцип – это как раз противоположный цвет. То есть у вас зелень, вам очень пойдет красная стрелка. Так. Потому что если взять, есть такое негласное правило, называется звезда Освальда. Ну, это непосредственно правило нанесения колористики. И
там все цвета стоят напротив друг друга. То есть вот вбиваете в интернете, смотрите, ее найти очень легко. И вот если вы видите, что у вас, грубо говоря, зеленый, а там напротив стоит этот красный, и он там в разных оттенках, значит, скорее всего, вот все эти три оттенка будут подходить именно вам, как вот такой цветовой акцент. Угу. А якщо, наприклад, карі очі, от там я, ну, я завжди я думала, що карим очам підходять саме такі нюдові кольори, такі степлі, пастельні. Не обязательно. Ні? Если карі уходит больше в желтизну, то есть он такой более янтарный, то комплементарный цвет желтому – это синий. То есть, скорее всего, темно-синяя глубокая стрелка выведет цвет более насыщенно, ярко. То есть они станут еще желтее, выйдут на первый план. Угу. Но опять же, я же не говорю, что синий должен быть из разряда «вырви глаз», он должен быть ближе к вашим брюкам, угу, и даже немножко подзатемнить. То есть чтобы это выглядело благородно, не сильно навязчиво. Никаких ядовитых цветов. Давайте не обманемо інших красунь і поговоримо про голубі очі. О, ну это уже, это уже больше мой вопрос. С голубыми глазами немножко поинтереснее. Почему? Очень многие подиумные модели, они голубоглазые, если обратить внимание. Серый либо голубой. Чаще всего у девчонок прям меняется цвет. Стилисты любят на этом выезжать, как говорится, потому что цвет можно притушить и увести в глубокий серый, но и также вывести на более белесый голубой. Это все игра чисто на цвете происходит. То есть если мне сейчас нанести подводку бордового, глубокого, ближе к фиолету, то есть, казалось бы, это там, цвет очень близко к синему, грубо говоря, то есть фиолетовый, вот эта вся раскладка, он даст насыщенность цвета больше в синеву. Ух ты! Да, если я возьму комплементарный цвет, то есть, опять же, это оранжевый, я выведу прям в какой-то голубой-голубой. Но если я сделаю серый, то они у меня уйдут больше в синеву. То есть очень много вариантов, с которыми можно поиграться. Тобто серые и голубые, они приблизно тобто, одинаковые, так? У них да, я вам больше скажу, чаще всего девочка с голубыми по-любому при макияже сможет стать девочкой с серыми. То есть, если я захочу ввести более в серый, я это сделаю. Також у мене запитання, такий досвід з минулого, зі шкільних років, я собі малювала такі тигрові полоси. І я думала, що таким чином я зроблю собі гарний контур обличчя. Зараз це слід робити чи не слід? Это боль визажистов еще с тех времен. Потому что, давайте так, когда особенно рисовали графичный домик бров, вот графично подводили скулу. И еще раз ты проходила. Да, и вот визажисты стояли и плакали, и понимали, что ты мимо девушки проходишь в метро, и думаешь, можно я растушую? Бесплатно, ну, просто для себя. Вот. Сейчас, естественно, нет, нет и еще раз нет, потому что все нужно очень мягко. Лучше вообще нанести какой-то румяшек, причем на подиуме было очень много персикового румянца, подчеркнуть свежесть, дать вот эту вот сатиновую блестящую кожу, и это будет выглядеть вкусно, дорого. Если вы сделаете too much везде, то, извините, уже не котируется. Питання про рум'янець. Взагалі, теж з досвіду. Отак от, тряп-ляп, і думала, буде нормально. І взяла просто рожевий колір, який там у мене був, ну, мовно кажучи, в палітрі моїх тіней. А виходить, що вони ж там є і морковного відтінку, і ніжно-рожеві. Як тут підібрати? Під очі, під кольоротип шкіри? На вподобання, не знаю, як. Ну, з румянами чуть сложніше, тому що потрібно дивитися в комплексі. Ага. Тобто, коли ви розумієте, що дівчинка сама по собі тепла, це визначається по цвету волос, цвету глаз і по тону кожи. Тобто, ми аналізуємо повністю її цветотип і вже відталкиваємося. А яка? Ви більш тепленька. Я тепленька. Да. Тобто мені підходить який колір? Вам, скоріше всього, потрібно з легким оттенком персика. Ні в коєму случаї не в розовинку холодну, яку, ну, стандартну. Навіть корал чуть-чуть підійде. А якщо у вас? Ой, я взагалі дуже тепла. Мені прям можна всі ближе к кирпично-рыжему, как я смеюсь, потому что иногда мне коррекцию, я очень смуглая, загорелая, у меня очень много оливки под тонов кожи, и если мне брать такие цвета, они выглядят не как коррекция, а как румянец. Я оце на вас зараз дивлюсь, а такий теплий, один я тут такий холодный. А який, до речі, у Максима кольоротип шкіри? Ну вот самое интересное, он сказал правильно, он холодный, потому что у него более приглушенный оттенок волос, то есть если брать на контрасте с вами, у вас больше теплоты в цвете, у него чуть-чуть такая серинка имеется. У него более приглушенный цвет глаз в плане холодный, опять же, и кожа светлая. И, скорее всего, сгораете, а не загораете. Максимально швидко. Наскільки це можливо?
Вот, значит, скорее всего, нету желтого подтона в коже, что mm-hmm. говорит о том, что вы, ну, ближе к холодному, то есть у вас цветотип ближе к зиме. Так, якщо а ми що говоримо... мені тоді, зачекай, якщо я згоряю достатньо часто, mm-hmm. так, мені потрібно сонцезахисним кремом завжди мазатись, чи як? Да, SPF – це ваш лучший друг, потому что, во-первых, это очень вредно для кожи. Mm-hmm. Даже девчонкам, которые очень часто там любители на солнышке, так. солярии, еще чего-то, даже если хорошо кожа на это реагирует, я рекомендую защищаться, потому что у нас высыхают клетки, у нас теряется протеин, коллаген. То есть это все потом восполнить очень дорого и очень тяжело. То есть уход, уход и еще раз уход – это то, что стоит на первом месте. И визажисты должны приучать своего клиента к тому, что мы сначала поухаживаем, мы приведем в порядок, а потом мы замаскируем. Потому что девочки очень часто привыкают, что «да я зарисую, и все будет прекрасно». Не будет прекрасно. Ты сделаешь когда-то настолько плохо, что я уже не зарисую. А от це про замальовування цікаво також. Чи все ж таки потрібно малювати рум'янець в літній період? Тому що, знаю, в зимовий інколи у кого немає цієї розвисни такої, то вони собі наносять. А влітку потрібно чи вистачає засмаги? Я больше скажу, летом тоже можно. Так? Легко и просто. И это будет очень хорошо выглядеть. И опять же, это будет как полноценный макияж, с которым вот дневной вы вышли и идете. И больше ничего не нужно. А ще запитання таке, знаєте, ну, ми ж дівчата, ми такі кокетливі, там інколи придумуємо собі якісь привід для того, щоб mm-hmm. не фарбуватися. Ну, от іду я на пляж, да? І думаю, у мене там класний купальник. Можливо, треба зробити святковий макіяж, бо, можливо, там той Нептун випливає з Дніпра і чекає на мене, щоб забрати мене у свій полон. Ну, в принципі, таких дівчинок у нас зараз достатньо багато. Ну, типу, це нормально чи не треба? Если в целях, опять же, ухода и всего прочего, ходите на пляж без косметики. Но если это вдруг какая-то пляжная вечеринка, сейчас очень модно оформлять дни рождения, мероприятия, то есть сколько у нас там комплексов отдыха под Киевом, где действительно там люди устраивают на бассейнах вечеринки, то почему бы и нет? Уже давным-давно придумали водостойкие продукты, с которыми ты вот как нырнула, ты так и вылезла. Ух. Я оце, чесно кажучи, от слухаю вас і дивуюся, і навіть радію. Тому що у вас у догляді за шкірою, мейкап, це ж можна просто здуріти, якщо чесно. Мільйон баночок. Ми, чоловіки, зранку встали, помилися, так? Ну, трішки розчесалися, mm-hmm. не без цього. Mm-hmm. Вже нормально, вже можна йти підкорювати світ. Ну, дівчата, оце тому ви у нас такі красиві. Хочеться сказати дякую вам за перегляд цього відео, що обираєте саме наш YouTube-канал і нашу інформацію, і ми обов'язково будемо раді ділитися з вами нею і надалі. Обов'язково підписатися на наш YouTube-канал, поставити палець догори, написати приємний коментар та увімкнути отой самий дзвіночок.